Добрый день, меня зовут Федосья, мы находимся в студии Лоскут на проспекте Чернышевского, дом 9. И сегодня подготовили для вас шикарные костюмные ткани. Это не стопроцентные шерсти, а шерсти с добавлением каких-то других люксовых волокон. Это может быть и кашемир, и шелк, и какие-то другие волокна. Все эти ткани отлично подойдут на практически любой сезон. И осенью, и, конечно, зимой, весной можно будет носить эти изделия, но и прохладным летом вы также сможете порадовать себя такими красивыми и очень комфортными тканями. Давайте начнем. Первую позицию, которую мы хотим вам показать, это шерсть с шелком. Очень мягкая, приятная. По пластике я бы назвала ее костюмно-плательной. Но и брюки достаточно свободные будут хороши, и юбки, и платья, и, может быть, как какие-то жакеты мягкие. Немножечко тянется эта ткань. Замины не образуются. Она достаточно мягкая, немножко похожа на тонкую фланель. Но все-таки это не фланель, но такой вот небольшая мягкость и ворсистость у нее все-таки присутствует. Ширина у полотна 154 сантиметра, очень хорошая, и цена всего 4200 рублей за метр. Следующая позиция в красивом очень оттенке. Это 100% кашемир. Отрез у нас уже остался небольшой, но вполне хватит на какое-то изделие. Это может быть жакет, это может быть какой-то мягкий кардиган, это может быть даже какое-то теплое платье. Оттенок приятный, такой темная бирюза. Есть направление ворса у этой ткани, это нужно учитывать при раскрое. Ширина 147 сантиметров и цена 9800 рублей за метр. Следующая позиция. Более тонкий вариант и, наверное, я бы даже сказала, более летний. Это шерсть с добавлением шелка. И здесь, посмотрите, прям вот, когда у нас спрашивают, какая сторона лицевая, вот на примере этой ткани можно смело сказать, что очень у многих итальянских тканей лицевая сторона та сторона, которая вам больше нравится. Здесь одна сторона более темная, более такая вот синяя, и вторая сторона более приглушенная и немножко посветлее. Очень мягкий и приятный вариант костюмной ткани. Можно сделать из этой ткани платье, можно сделать рубашку, свободные какие-то брюки. Так как в составе шерсть и шелк, да, небольшой такой вот лоск присутствует, но это не яркий глянец, а такой достаточно сдержанный, дорогой лоск. Замины на ткани не образуются. И ширина 152 сантиметра, цена всего 3800. Следующая позиция в красивом зеленом цвете. Я неравнодушна к зеленым тканям. Это также шерсть с добавлением шелка, но это уже фабрика Драго. Мягенькая, приятная, тоже чуть похожа на фланельку. Здесь у нас идет переплетение серых нитей. Вот здесь вот как раз видно, что долевые нити у нас серого цвета, а уток зеленый. И вот такой эффект меланжа, он как раз достигается переплетением нитей разных оттенков. Также здесь присутствуют некоторые такие утолщения, немножко похожи на букле, белые вот такие вот точечки, прям как будто бы снежинки. Ткань очень мягкая, приятная. Цена у нее всего 4500 рублей за метр. Это просто праздник для таких шикарных составов.
И последнее в нашем сегодняшнем обзоре. Это шерсть с кашемиром от бренда Tom Brown. Посмотрите, посередине полотна идет вот такая вот акцентная полоска, которую вы сможете расположить в любом месте вашего изделия. И здесь также у нас изнаночка более светлая, и она тоже может служить отделкой вашего изделия. И лицевая сторона чуть более темная, с небольшим таким эффектом меланжа. В составе здесь шерсть с кашемиром, 10% кашемира. Ширина 150 сантиметров и цена всего 5300. Очень приятный вариант костюмной шерсти. Будет радовать вас. Также напоминаем вам, что для первых покупателей на первый заказ у нас действует промокод YouTube10, и ваш заказ будет оформлен со скидкой 10%. Также не забывайте подписывайтесь на нас, ставьте лайки и пишите комментарии свои. Пишите, какие бы ткани вы хотели бы увидеть и какие изделия вы планируете шить. Ждем ваших заявок нам в личные сообщения.